Чик. Я чувствовала в Дауде силу бездны. Все, кто был близок к нему, могли творить невозможное. В мгновение ока перепрыгивать с крыши на крышу. Падать на врагов острыми тенями и беззвучно резать им глотки. Я заставила Дануэл заплатить за свои страдания. За страдания близких. Теперь чужой все это вернул. Не знаю почему. Но это приятно. Мы убили столько богатых ублюдков, которые издевались над нами. Мне казалось, что голова улетела. Виноват ли в этом чужой? Где живет скверна? В бездне или в нас? Ведьмы в ожерельях из пальцев и зубов. Города, объятые хаосом. Теперь безглазые применяют на улицах черную магию. А их главари держат под замком еще более страшные тайны. У них есть нож, наркоманы, который превратил мальчика в бога. Возможно, единственное средство уничтожить его. Чужой знает, что я хочу его украсть. Ну, нихера себе, ты кто такие? Знает ли он для чего? Так, ладно, всем привет, Валерьяныч с вами. Продолжаем Dishonored, который у меня, блин... Ты подарила мне его на счастье, Дейрдри. Не знаю, помог ли он хоть раз. Может, пригодится теперь. Как-то я неправильно стал играть. Нужно было сначала... Я готова грабить банк. Я готова грабить банк. Я не готов, блин. Так, вот, что я хотел сказать-то. Может, сначала нужно было вторую часть играть? М? Так, ладно. Опять писульки. Крысиный пастух и другие истории. Любовь была ему неведома, лишь страх. Любовь была призраком, ласковым прикосновением руки к щеке, которая давно утратила свое тепло. Зато раны каждый день открывались заново. У него не было ничего, кроме белой крысы, которая осталась с ним даже тогда, когда весь мир его покинул. Бля, страшно, бля. Ладно, хорошо, прочитали эту херню. Типа, как бы... Гристаль. Дневник путешествий, последний бой, ограбление банка. Долбанный чужой на моем корабле, он словно ждал меня. Сейчас же ограбление банка, да. Чужой всегда же сгонял. Эй, блин, херня. Контракты. Контрактов нет. Ишь ты, блин, почему контрактов-то нет? Кровопускание. Вот контракты. А, нет. Открыл студию в ТВ. А, это все та же самая херня, да? Бля. О! Писульки, не могу уснуть. Не знаю, что еще сделал со мной чужой, но сны изменились, когда он отнял мою руку и глаз. Может, он послал мне эти кошмары, не знаю. Но теперь я вижу лишь черноту и слышу шепот на непонятном языке. Я просыпаюсь, смотрю на свою мертвую руку наполовину в этом мире и наполовину в бездне, а эхо шепота продолжает звенеть в ушах. Но это лучше, чем ночь, когда я вообще не могу спать. Каждый тень, каждое движение, каждый вдох — это черный глаз. Подмечает все, мешает мне уснуть. Я не могу его закрыть. А эта рука, каждое ее движение обманчиво. Они не мои, может, они принадлежат ему, кто захочет видеть мир глазами чужого. Да хорош. Снова Дейдрес. Вчера перед сном положила рядом крысиный амулет. Надеюсь увидеть что-нибудь, кроме Никмей. На какой-то миг в этой холодной бездне оказалась она, Дейдре. Такая же красивая, как всегда, коснулась правой руки. И та задергалась, будто при смерти. Я ничего не мог сделать. Я хотел спрятать эту руку от нее, и нельзя увидеть, во что я превратилась. Но она продолжала смотреть своими темными глазами. И потом коснулась... В общем, даже не... Бля, нахер вот эти... Неинтересно, в общем. Че это такое? А, опять. То писулька опять. Дневник Дауда. Она отлично справилась, знал, что так и будет. Остались сомнения. Так, мне не дожить до убийства чужого, но ты знаешь, она тоже, я вижу, так, страхины, ля-ля-ля. Я знаю, что ты читаешь эти строгие били, мне мало что удалось тебе скрыть, знаешь, не склонен сантиметр, но не мое это, но ты сумел сохранить то, что дает тебе ощущение в реальности. Хер с ним.
дали мне дневник Дауда. Хорош, давай. Чё-то вы везде книжки-то раскидали. Так, отрывок из дешевого романа. Дауд смотрел на клинок, все пришло как по маслу, даже лучше, чем было, можно было ожидать. Легко. Билли крикнул себе никого не босс, ставь меня, захлопнул дверь. Сырая кровь клинка, взглянул на пятна одежды. Так, усталость. Блять, в общем, какая-то чушь, блин, опять. Чик. Чё у нас здесь? Книжки. Оба. Вон он сидит. И здесь нихера нет, да? Черт с ним. Давай, вылазим наверх. Куда ты побежал, блин? Хорош суетиться наверх, говорю. Ой, небо поменялось. Типа закат такой, да? Ну, это что такая туча? Нихера себе. А чё небо-то не двигается вообще? Хоть бы как-нибудь обозначили, что тучки движутся. Чих! Ой, у меня двойной прыжок же есть, оказывается. Ой! Тихо, блин, чуть не разбился нахер. Что Дауд у нас тут? Как делишки? Делишки, говорит, как сажа била. Скоро у тебя будет нож, который его убьет. Прежде он не убил его. Ты старый, что ли, стал? Богом. А теперь сделай трупом. Бездна тянет меня прочь. С каждым днем все сильнее. Долго я не продержусь. Когда будешь готова, давай еще раз обсудим план. Я еще даже разговор не начал. Давай жмем. Долорес Майклс владеет и управляет банком. Я осмотрела его и поговорила с людьми. Пробраться туда можно. Правда, еще никому не удалось его ограбить. У других не было нашей целеустремленности. Нам не нужны деньги. Как ты попадешь внутрь? Есть три пути. Крыша, мусоросборник и канализация. Можно попробовать любой. Когда окажусь внутри, нужно будет найти хранилище. Нож должен быть там. Банк хорошо охраняется. Что ты узнала? Немного. Стражники, часовые солдаты. Много дверей, которые открываются удаленно. И это только на пути к хранилищу. На крыше есть отверстие, которое ведет вентиляцию. Если добудешь лоуданум, то усыпишь почти всю охрану, еще не проникнув в банк. В районе есть аптека, но банк конфисковал ее. Постараюсь что-нибудь отыскать. Ты находчиво справишься. Ключи главарей без глаза, лоуданум, это опий, помогут найти нож. Тебе еще понадобится ключ, управляющий банком. Разберись с ней, как считаешь нужным. Тогда я готова. Хорошо. Я... Че ты? Я останусь. Нет. В смысле останешься? Ты уже не поможешь. Найди нож. То есть ты останешься, что изменится-то? Я в тебя верю. Я это сделаю. Так или иначе. Ручкой своей черненькой размахнулась. Так, ладно, верно. Больше, чем многие, то, что мы сделали. Ведьм, жаждавших трона. Безглазых, что ты держали с... меня в яме. Но ты я видел. С кем общаешься, ты, блин? Злоба, ненависть, страх. И... Он с кем говорит-то, я не понял. Подожди, блин. Где все контракты? Дигрид. И чужой, который одних наделяет черной магией. Ты с кем разговариваешь-то? Дауд такой слабый. Возможно, я больше его не увижу. Блядь. О, и вода изменилась, смотри-ка. Прилив типа, что ли, или что? Что там у нас будет?
Ой, не работает у нас. Давай отправимся в Верхнюю Кирючу. Чуть на лодочке. А можно было на этом. Я выбрал лодочку, ну ладно. Ну. Так, нож двумя лезвиями хранится в банке Долорес Майклс. Изучили систему безопасности банка. Хорошо подготовились. Украдите оттуда нож из банка. Главное, будь начеку. Мне только надо понять. Скорее. Так я обратно на то же самое место приплыл. С этим замком быстрее. Прошу. В смысле, блядь, так отправляйтесь в банк, обыщите квартиру сторожа. Санитарный зон. Так, усыпите работников банка, найдите аптеку. Изучите. Так, в общем. Мы пилим сначала на черный рынок. Я знаю, что у тебя все под контролем. Там уже разберемся, что как, куда. Закаты. Давай подорвемся, ладно? Ветряков навтыкали, блин, дебилы, блин. Они не окупаются. А рядом есть амулет опять, откуда ты взялся, вон он, вижу, да. Ты чё здесь? Ой, ой, это не то я хотел нажать. Да твою мать, блин. Временная хитрость. Хорош выпендривается. Так, что временная хитрость дает? Вражеские гранаты взрываются намного, немного медленнее. Да ну нафиг оно, нахер нужно. Сейчас подожди, а когда мы изготовлять? Требуется создание амулетов. Когда мы научимся их создать, то я не помню. Так, горелка, алкаш. Все. Давай сюда сходим. Чувак в кепке вообще не сутся меня. Я тут с рашпилем заточенным хожу. О. Оба. Где мне взять на этот день? Чё, где, кого, зачем? Так, тут денежки есть. О, опять амулет. Тихо. Денежки и амулет есть, тихо. Да-да-да. Ага, нифига себе. Так. Эй, я сохранился? А, о, сохранился. А, вот перед ним ящичек еще есть, да? Что ж, иди, да, своими делами занимайся. О, блядь, электрический заряд. Ой, у меня все есть, а прикинь. Электрический заряд, лечилка. Так, давай тут разберемся. Топ.
Стоит такой, покуривает. Че ты стоишь, покуриваешь? Ключ от курьерской лодки. Где я вам тебе достану? Такой нарыв, это, по-моему, нехорошо. Немного гноя, да, но вот так. Эй! Ключ от курьерской лодки. Блин, твою мать, хорош уже плавать. Ключ от курьерской лодки. Нет у него ни хера. Мне кажется, надо перезагружаться. Ай, ну-ка, что скажете? Перезагружаемся. Блин. Че это такое? Ключ от курьерской лодки. Понял. А что ты там тело, труп обобрать? Ключ от курьерской лодки. А почему? Тебе вообще насрать, да? Я потому что есть предположение, что он его и завалил. Так, мощный бросок. Ну-ка, смотрим, что за мощный бросок. Бросать объекты более сильно, да, плевать. Чё, канал? Ключ от курьера, ключ Шаньюня, ключи, у меня ключи остались, кстати. История, нож Донвала, дневник Донвала, карты. Бля, чё ты игра... О! Слушай, Сарус, я не знаю, что сказать, я не буду извиняться за твои завышенные ожидания. Подлинность картины удостоверила не менее 3 экспертов. Установлено, что ранее она находилась во дворце, мазки, палитры и качество материала все соответствует другим его работам. Даже образец краски, который ты предоставил, содержит частицы белого листового табака. Все это указано на то, что в твоем распоряжении находится портрет, написанный герцогом Лукой Абелли. Да, на рынке есть другие картины, авторство которого приписывается герцогу, но они выполнены на достаточно профессиональном уровне, и этот портрет не из их числа. Мы с тобой уже, в общем, тут картину, в общем, я нашел. Да ладно, хорошо. Монтажный инструмент опять. Так, здесь у нас все собрал, да? Да, блять. Ты же 2 раза умеешь прыгать. Почему ты не... это... Да выпрыгивай, ёпереси ты. Ну не хуже прыгивать, блин. Вот, залез. Я не могу вернуться без ножа. Я не могу вернуться без ножа. Стоило бы попробовать хотя бы. Так, крысы. Чё, новые сведения? Неподалёку крысы за мощный костяной амулет. Под деревянным ящиком где-то 0 сверхних. И, бля, где он? Ноги проходят по улице, давят на камень. Кость шипит. Шипит в одиночестве. Угу. Как это, блин? Чё там? А, бутылка. Игра какая-то, мне кажется, блин, такое ощущение, подделка. А, ока. А, карта у меня уже есть. Тихо, давай сохранимся.
Ой. Нечаянно нажал. Горожанин, горожанин. А вот ключ. Так, это еще. Свет прикольный. Забыл спросить, у кого она заказывала этот расшитый жакет? У кого? Что за расшитый жакет? Так, ладно, пилим дальше. Опять портретики. В их темных глазах смерть. Их сжигали заживо, чтобы осветить мир. О! Бля. Я не хочу умирать! Ничего себе. Быстро завалил. Просто моментально, я бы сказал. Конец игры, говорит, хорошо уже баловаться. Задание 3, причем написано. Так, ладно, мы там были. Блять, я тебя сейчас зарежу нахер. Ладно, хер с ним, не зарежу. Рядом, говорит, есть амулет. Нам бы уйти, и чтоб никто не орал, как полоумный. Бля, что за улица? Так. Нате вам, кушайте. Что скажете? Это вы сейчас про кого говорили? Ой, этот опять торгует, дебил, блин. Ой, там тетка. Нихера себе. Мужик пропал. Рядом с тимон лет, ладно. Что такое Карнака без черного рынка? Даже районы вроде Верхней Кирии. Некоторые. Это контракты, что ли, да? Так, из грязи. О! Так, из грязи в Кназе. Кто-то в клубе Спектра что-то начал хвалиться, когда я только приехал к Карнаку, у меня был при себе 315 монет, завел собственный сейф в банке. Какой-то репортер, драгоценный камень. Хорошо. Встреча с директором банка, она намерена сдать на хранение свои самые драгоценные вещи, одна из которых очень важная адресная книга. Адрес копили 125-й страницы, ничем себя не выдав. Нельзя попадаться или причинять вред работникам банка. Нихера себе. Вот что такое. А я же написал. Ой, нашел уже эту картину. А, я ее нашел. Уже. Дежурит элитный гвардеец. Записка. На площади. Украдите записку так, чтобы никто не заметил. Если поймать, денег не дать. Под прилавка. Нихера себе. Здравствуйте. Чё? Не кряхти. Сейчас будем деньги тратить. Так, заперто. Опять заперто, да? Ну-ка. Так, часы. Хоп-хоп, хоп-хоп, блядь, где там выход? О, завалили, прикинь, выход. Че, серьезно завалили выход? Ну, предыдущий дебил мое на меня... Мое почтение, здесь вас ждет... Предыдущий дебил бросился со мной воевать просто. Тихо.
Тихо, блядь, ну-ка. Самое лучшее, и никаких лишних вопросов. Ну тебя и рожа. Руэт. Снаряжение, улучшение. Чё снаряжение? Снаряжение ничего не хочу. Припас. Осколки. Рубашка, то есть гранаты беспонтовые сделаны. Пружинная мина. Прикольная пружинная мина так-то. Так, заряд у меня имеется. Так, ладно. Чик. Что это такое? Низкое здоровье сильно увеличивает наносимый урон. Да, ну чушь. Враги чаще промахиваются в дальнем бою. Это тоже плевать. Маковая настойка. Мне кажется... Люди предлагают вознаграждение она за самую разную работу. Взгляните на объявление. Похер, купил. Так, опасный блок. Блок клинком в ближнем бою всегда сбивает врага с мантен. Ну нафиг. А мне к тебе как-нибудь думаешь, пробраться можно? Думаешь, раз ты с оружием, все тебя забоятся? А, я купил. Этот магазин совсем недавно стал моим. С бывшим хозяином случилось гранат несчастье. Для электрической пищали плюс 5. Давай купим. Так, чё, гранаты пока нет. Меньше бегайте, тише. Лучше на линзы. Да плевать. Снижать получаем урон. Вас сложнее заметить при плохом освещении. Давай купим, чё. Зарядку нет пока. Появляются электрические заряды? Нет. Позволяет использовать обычные предметы в качестве боеприпасов. Повышает урон, дает доступ к различным функциям. Что это такое? Усиленный выстрел. Не знаю, что это такое. Поусиленный выстрел повышает урон и доступ к различным функциям. Хер пойми, что это. Это клейкая граната. Продажи, продажи, радиус поражения. Да фигня. Изворвание. Это тоже не обязательно. Пружинная мина. Каждая пружинная мина срабатывает дважды. Вот это прикольно. Так, из трех использованных можно смастерить новую цепку мину. Давай. Мне понравилось баловаться минами просто. Снижает, получаем урон. Со вторым уровнем увеличения. Да плевать, этот второй уровень увеличения. Скорость перезарядки электрической пищали. Да нормально. Так, пули мне и так до хера, да? Увеличивает радиус цепкой мины. Ладно, пока денежку оставляем, в общем. Снаряжение нет, 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 нет. Заглядывайте еще. Я очень хочу заглянуть к тебе. Мало того, я хочу как-то это. Рада была вам помочь. Опять я обокрасть тебя хочу. Маковую настойку, кстати, я купил. Чик. Чик. Так, да, реально завалено, блядь, падла. Хер с ним. Рядом есть амулет. Ну, вон они, две штуки амулеты, которые что-то мне не очень понравились, кстати. Ой, по описаниям, по крайней мере. Дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. Сохраняемся. Этого хмыря я утащил. Айвен якобы убит.
Сегодня Карнак оскорбит о смерти Айвена Якоби, администратора по делам мостов, дорог и кладбищ. Якоби был восходящей звездой местной политической сцены. Он начал карьеру госслужащего на должности помощника капитана порта и занимался определением размера штрафа за контрабанду. Однако вскоре Якоби стал администратором по делам мостов, дорог и кладбищ. Именно там он начал говорить от имени безмолвных, устраивать митинги в знак протеста против скандальной практики перепахивания кладбищ. Якоби готовился к выступлению на таком митинге, когда на него напал неизвестный убийца. Это я был. Гвардия сэр Конноса полагает, что убийство совершено по политическим мотивам. Убийца якобы остается на свободе, но Гарди утверждает, что жителям города опасность не грозит. Тем не менее, гвардейцы призывают людей быть начеку и сообщать властям обо всем, что вызывает подозрение. Он там сам на меня бросился. Я ему башку отрубил. И руку, по-моему. Ну, он очень упорный был просто. Так. А подожди. Подожди. Усыпите работников. А, вот маковая настойка. Я же взял, да? Проникните в банк. Пощите квартиру. Торожа. Сейчас, подожди. А куда идти-то? Нет? Вот, давай тут. Хоба. Куда это идти? Банда Лорес Майклс. Прикольно. Дай-ка вырубим эту херню. Обыщите квартиру сторожа. Хоба. Во. Маковую настойку. Это... Блять, банк. А вон дом сторожа. Мужики, блин, вы что здесь тут? Настоящие смотрите? Воры — это богачи. Да. Это точно. 100%. Только они воруют немножечко по-другому. Они не булочки в магазине тырят. Они забирают твою жизнь. И платят за это. Чуть-чуть. Так, что-то такое. А, это заряд? А, блять, это вот как раз... Возможность из заряда извлекать из всяких ручек, я так понял, да? У меня и так зарядов он дохер... О! А я прокачал, что ли? Электрический заряд. 1 из 15. Нихера себе, давай пойдем купим там увеличение. Тихо-тихо, блядь, давай без этого. Так, не снаряжение, а улучшение. Так. Сколько? Столько, сколько надо, бля. Максимальный количество заряд еще на 5. Во. Во! Берем. Чик. Все, нормуль. Теперь. Не, ну, давай возьмем увеличение количества жизней, да? Снижает. Потом некоторые чуваки меня с одного удара выносят, блядь. Надеюсь, мы еще увидимся. Ну, почти с одного удара. Там, когда чуть-чуть коцанный, тогда да, выносят с одного. То! О, охранник сраный. Откуда взялся-то, эй? Я ж в темноте сижу. У меня же написано, что я типа в темноте плохо заметен, блин. Что? Да бля. Ты чё какой неубиваемый-то, эй? Он неубиваемый, бляха-муха. В общем, я перезагружаюсь, невозможно. Так кучу патронов всадил. Около 10, ёкарный бабай. Так.
Бежим обратно. Я же не купил вроде те улучшения, да? Магазин совсем недавно стал моим. Рада была вам помочь. Что ты там говорила, магазин был совсем недавно купил? Почему? Что случилось? О, закупился. Надеюсь, мы еще увидимся. Да уж, да. Открой. Магазин, говорит, недавно стал моим. Я поменяла сигнализацию. Не волнуйтесь, здесь все под надежной защитой. Сигнализацию поменял. Ну, в общем, да, я так вскользь прочитал про эту игру, что это больше не игра, а какая-то DLC. То есть вот это третья миссия, вроде бы, да? Да. Третья миссия. О, блядь. Третья миссия, а второй раз на той же самой локации тусю. Тусю. Ну. Ты хмырь, блин. Я сейчас завалю нахер. Какие вы все слабенькие. Так, вот. Ты как тебе можно залезть, падла? Рядом есть амулет. Там их две штуки даже. Так, ладно. Здесь был? Не, нифига. Не был здесь. Так, про якобы мы прочитали в прошлый раз. Предыдущий, то есть в загружалке. Рядом есть амулет. Да, не внизу, я в курсе, да. Там два трупенция. Ну, один труп, другой не очень. Дверь заблокирована. Почему, блин? Я хочу. Хоба. Ищ-лищ. Так. Это я пытаюсь повторить то, что говорилось в фильме, который я недавно посмотрел. Фильм называется... Небесные жены луговых морей. О! Чё забыл-то? Я забыл книжки этого Дениса Осокина, или как его там зовут. Скачать. Мне понравились. Я у него читал «Овсянки» и... Небесные жены луговых морей. Фильм, кстати, есть. И «Овсянки», и «Небесные жены луговых морей». «Овсянки» мне не очень, что-то мрачняк какой-то. А «Небесные жены луговых морей» прям реально понравился. Хотя там многие люди его там... Ну, не многие, некоторые. Говорят, что не очень фильм. Порнография какая-то. Ну, каждый видит... То, что хочет видеть, и либо может. Так, что там? Защитите торговцев, пожертвуйте на благородные дела. Мы ниже подписавшись, осуждаем Долларес Майклс и партнеров против таких уважаемых заведений, как аптека. Сиенфуэгоса, этого убили, кстати, Сиенфуэгоса. Эта моральная практика должна прекратиться, и банк Маклс должен в полном размере компенсировать все убытки, связанные с захватом собственности и других пострадавших торговцев. Да, ты плевать. В смысле подписать петицию? Терези. Да хер с ним, это петишу, блин. Против банкиров-то обязательно, блин. Падлов. Убили Лерка. В конце добавилось.
Тут дневник что добавилось? Мама, клавиатура стойка, понятно. Что у нас здесь? О, будильник, бля. О, да какой будильник, он там что-то лежит в ящике. Блять. Нахер мне китовая кость, если я ничего сделать из нее не могу. Эй, ребята. Чик, бля. Ой. Что-то я не выходил, по-моему. Залазь, блять. Дух пропал, блин. Дух пропал и упал. Блять. Там стаканы какие-то. А, вот эти стаканы, да? О, бутылка с хлороформом. Это прикольно. Бутылка с хлороформом делает поспать. Чё-то мне кажется, очень долгая миссия будет, бля. Ой! Кровное убийство Айвена Якоби потрясло всю Карнаку. Как будто стекло разбили. Труп? Здесь! На помощь! Какой труп? Ты чё? Это же не труп, блин, дебил. Это они просто спать легли. Ну какой закатик. Пиу! Угу. Ну еще и заряд был, побежали. Побежали, побежали, блин. Блять, в итоге два трупа так-то. Давайте будем честны. Хотя бы перед самими собой. Что они там реально утопли. Танем, танем, каласом маланем. Фильм недавно посмотрел. Небесные жены Логовых Марии. Эйвен якобы убит, мы про него читали, и мимо мы грохнули в прошлой миссии. Прикольно. Да вот точно как прикольно, точно так же, как этих чуваков выкинули, так и выкинули. Трупные осы вырвались. По делам ей. В смысле по делам ей? Я ее убил в прошлой миссии, и всех ос переубивал, и этот грохнул. Ульи их. Оси. Так что это что за чушь-то, эй? Ну, пойдем еще раз. Типа жути нагоним. Сохранение. Дверь открыта. Куча денежек. Да не. И вот, в общем, посмотрел я фильм «Небесные жены Луговых Мари». У меня песня заела. Там это, я, может быть, неправильно пою, я же не обладаю знанием марийского языка, там что-то такое, танем, танем, каласым маланем, танем, танем, майтеем, йоратем, вроде так, открывай, блин, бабочек хочу посмотреть. Сука, я его сейчас завалю нахер. Да реально осы вылезли. Сейчас за... Блядь, что-то здесь до хера. Они атакуют, кстати, я сразу говорю. В прошлый раз, когда я валил их, меня атаковали, и, блядь, ну-ка, где-то там. Куда свалил-то, оса? Хоба, высушенный остов. Музыка такая страшненькая играет. Ну, в общем, нужно было так-то в начале вторую часть Dishonored проходить. Ну, ладно. Почему я начал именно эту? Нужно смотреть предыдущий ролик. Как... где я объяснял, что она мне досталась бесплатно в Эпике. И зная, что в предыдущий раз эту игру в Эпике не давали в России, я ее моментально начал проходить.
Поигрался, записал 5 где-то с половиной часов ролика, и потом меня игру отобрали в Эпике впервые. Впервые такая жопа произошла. Отобрали у меня ее, потому что я из России. Вот так вот. Травлю они организовали по национальному признаку. Фашисты ебаные. Бля, тихо-тихо. Чё, где там? Еб твою мать, блин. Ты чё? Во! Завалил, блин. Я ж в прошлый раз все тут перехерачил. Ну, история здесь прикольная, конечно, была. Тут специальная баба. Не специально, блин, на всю голову повернутая баба заманивала сюда людей, заражала их осами вот этими. А тут типа в игре такой прикол, что если тебя осы покусали, потом из тебя потом ты умираешь. И вот я здесь все сломал в прошлый раз, блядь. Вот, ты когда умираешь от укусов ос, то есть они тебя покусают, а потом у тебя это, как его, в твоем теле осы начинают развиваться. А потом, когда они в тебе разовьются, так, здесь две штуки, там он что-то, а вот это янтарь как раз, кровавый янтарь, да. Вот, после того, как они в тебе разовьются, что-то нужно сделать. В прошлом ролике я закинул в печку труп чувака с зараженными осами. И вот там из трупа вот эти вот янтарь появился. Не появился, а это как его, был добыт. Добычу янтаря организовали. Ладно, все хорошо, валим. Вроде что-то понасобирал здесь. Нормуль вроде нормально. Что там у нас? Ролик у нас в этот раз будет, наверное, коротенький. Что-то я после работы устал. И так записываю кусками, честно говоря. Так, что там? Используйте маковую настойку. Да какую настойку, блин? Мне бы квартиру сторожа бы обыскать, где? О, прям надо мной, прикинь. Тебя ничего нет тут, на поясе ничего не висит. Блять. Что это как огромная карта-то какая-то, я не понял. Ну, в смысле, карта предыдущая, я думал. Блять. Что? Что, блять? Хоп. Иди сюда. Ага, вот он. Чё ты там спорить собрался? 5 будет солёная минога. Пошёл ты. Хорошо, что ты отвернулся. Потому что мы сейчас будем чувака валить. О! Бам! Прям грудак. Ты отвернулся или чё? Ой. Ой, следующий припёрся. Должны что-нибудь найти. Что угодно. Ничего. А!
Эй, ты куда это ты собираешься? Я не хочу умирать. Посмотрим, что там у тебя. Творится. Пора собирать трофеи. Тебе конец. Нет, сука, нет. Ругается. Ну давай разберемся. Че ты? С кем ты там разбираться собрался, блин? Так, ну меня запалили. Меня гражданский вон он. Мы гражданских типа не трогаем. Бля. Что за? Че за херня, да? Иди сюда. Не жди пощады. Блять. Тебе конец. Фу. На. Так, а можно через забор сразу? Нет, говорит, ты чё? Давай еще раз попробуем. Пиу! Нет, говорит. Без головы, говорит, не берем. Давай нормальных, блин. Бежим. Ты там, блять. А? Да хорош ты уже. Помогите, люди, кто-нибудь! Я тебя вообще не трогаю, блин, он там. Ой, по истерике бьется. Скоро лето, через 4 месяца, такие будут закаты, рассветы. Эх, в Индию хочу. Эти летают. Тут чтобы голова. Чтобы жители особо не расстраивались, уберем. Там все это. Какое-то трупное хранилище организовал. Так, дом сторожа. Надо как-то к нему пробраться. Давай сохранимся, бля. Охраны нет, нет. Куда дорога ведет, блин? Заряды. Daniel, Daniel, comes on in. Тихо, блин. Эй, хорош. Чик, чик. Эй, блин, тихо. О! Иди сюда, иди сюда. Блять, еще один бежит. Чего? С части карманника. В смысле? Не понял. С части карманника. Простой зидан для тлана на площади. Дежурит летний грейс, подклинает записку. А, нифига себе. Автосохранение, поехали. Что-то там какая-то жопа произошла. Я что-то не так сделал. А, уже провалил, да? Ну, уже провалил. Загрузить. Значит, надо загружать. Ограбление банка. Ограбление банка. Вот это значит, да? Давай. Хорошо, что я вовремя сохранился. Так. Все здесь забираем. Блять, ну дебил, нахер ты выстрелил-то? Так, что за задание? На площади Кануге дежурит элитный гвардеец. Записка. Выхватить эту записку так, чтобы никто не заметил.
Окей, хорошо. Блять, да что ты делаешь? Бесит. Да, выстрел уже просрал. Пирус ты так. Ну, сейчас на данный момент один выстрел просрал. Так, что там у нас? Кто у нас элитный гвардеец? Гвардеец. Опытный боец. Чё вы хотите-то? Может он здесь? Вы слишком далеко от вашего тела. Ладно, хорошо. Чего? Который из них опытный? Кого там стащить, что надо? Так, вот у пистолет. Тоже пистолет. Ой. Это заряд у него. Так это тот же самый чувак, что ли? Может, к этому реально нужен? Опытный боец. Там было написано элитный. С какой стати он это сказал? Глупость какая. Кто что сказал? Там кто-то есть, товарищ. Посмотрим. Добрый вечер. Вклады и займы Майк. Я, оказывается, до банка допёр. Пора ещё. Пока смену отстоишь, с голоду случилось. Типа все нормально или что? Ну еще не провалил, типа. Ой. Пойдем задушим его тоже, блин. Кто много о себе думает. Смотрите, в воде! Твоя вина в том, что ты стоишь на моем пути. Че, провалено? А, нет, пока не провалено. Собаки где-то.
Быстрее! Ой. Ни хера себе упадл. А ну вернись. Бежать. А куда? Там ты где? Блин. Да. Ладно, ладно. Жесть какая началась. Так, ладно. Ну, одного-то мы придушили. Немножечко. Ха, блин. Ты здесь сидел? Ой, блин. Какое-то движение. Какое-то движение, блин. Че ты там, бля, корчишь из себя? Бля, сюда попёрся, сучка. Я поищу. Угу. Так, вот мы валяемся, ну-ка проверим, чего у нас с контрактами. Контракты норм. Один контракт вообще нечаянно выполнил. О, собака. Ну-ка, попробуем ее завалить. Блять, обратно пошла. Откуда здесь эта собака взялась? Я же вон тут тусил. Рядом с Тимурлен, блин. Вот здесь тусил черный этот рынок сраный. Тут люди вон ходят, но всем насрать при этом. Так, писульки. Ну-ка, давай смотрим. Ситуация. Ситуации сложные. Ни хрена себе, безглазый. Чего это? Это дом, в который... Чего? Вон амулеты-то, две штуки, да. Я их не возьму. Потому что их можно... Вроде только купить получается, да? Хоба! Сохранились. Авен якобы убит. Так и надо этому якобы, бля. Так, смотрим. У нас только вот эта штучка есть, да? Вот этот Айван, Иван, который. Иван якобы. Так, у нас здесь чего? Тихо. Это ж из первой части игры вроде чувак хмырь. Ну, чего вы здесь делаете-то? Что еще Якобы тут прячет? А, они залезли к Якобы. Надо осмотреться. Бля. Послушаем! Не надо ко мне лезть было, блин.
Я бы просто пришел бы, обворовал и ушел. Вы начинаете тут меня устраивать. Бильярдный стол. Бильярдный принадлежит, что такое? Так, а я в прошлый раз в другом, правда, здании Арбонский ром горючий ту же самую штуку находил, я не догадался его выключить. Поехали. Ой, писулька какая-то. Так, Элли и Джульет, зайдите в кабинет Якобы и все там уберите. Позаботьтесь о том, чтобы в будущем подобные ситуации не возникали. А что там случилось, блядь? Ну-ка, давай... А, вот так вот, да? Ага. Горючее написано. Горюч, так горюч, чтобы не те. Жрём все подряд. Это кто? Какие-то монстры такие. Бля, на картине у них. Намалёванный инжир, пистолетик. Пульки то есть для пистолетиков. Чик, смотрим. Все подобрал, Нейт. Вроде да. А вон какой-то люк сраный. Ну не сраный, а какой-то. Просто какой-то люк. Надо это заботиться, взглянуть на такой люк. А! Вот тут что ли, бля? Ничего себе. Хоба. Так, у нас теперь задача войти в дом сторожа. Вроде разобрался, да, более-менее. Так, ладно. Хорошо, мы запомнили. Давай уже в сторожу заберемся. Тут что-то какая-то жизнь начинается. Жизнь не в том плане, что жесть, а в том плане, что непонятно. Что делать-то, эй? Гиперболическая граната, блин. Да. Кор, блин. Я просто стараюсь представить. Вот эту игру взять да показать лет 20 назад. Вот, блин, охереть можно было бы. Тихо. А этот ли гвардеец-то, бля? Тихо, блин. Добрый вечер, вклады и займы Майклс. Я хочу кое-что забрать. Блять. Чё ты, говорит, хочу забрать? Чёр с ним забрать, вон с этими справься сначала. Не так это делается ж. Так вот, хоп. Разнеси метку. Бам. Куда метка-то пропала? Добрый вечер, вклады и займы Майклс. Я хочу кое-что забрать. Разберемся. Ты собаку-то свою зачем зарезал?
Деловая жизнь и чистота нашего района зависит в первую очередь от нас самих. Вы о чем там сейчас бухтите? Что? Ой. Я лучше знать, с чем имею. Зараза. Бля. Контракт накрылся. Блядь, давай сюда уже, хорош пидорваться. Эй. Добрый вечер, вклады и займы Майклс. Я хочу кое-что забрать. Блять, опять все, они меня вскрыли, собаки. А, собаки, ёкарнгабай, точно, я понял, собаки. Пойдем уже к старичку заглянем, какому-то старичек. О, правосудие. Ну-ка, что я там насчет правосудия? А, так вот я подписал же. Чего? Банк закрыл аптеку. Так я нашел и подписал писульку-то эту. Ёкарный бай, ты че? Клуб Спектр. Я еще здесь даже не бывал, прикинь, бля. Так меня туда не пускает. В жопу, говорит, иди. О, заряды, че заряды? Гранату давай сюда. Нельзя, говорит, прикиньте, говорит, нельзя больше взять. Ничего себе. Еще зажигательный болт. Где крысы пищали только что? Она говорит, пищать-то пищали, говорит, да не про твою честь. А, вот они, блин. Крысиные кожи обтягивают книжки, нихера себе. Что правда, за... что Шань Юнь покинул Карнаку? Да, он покинул. Так пишут в газете. Он отправился поправить здоровье на одном из курортов Тивии и отменил все концерты. Так это говорит старушка. Так, повреждение голосовых связок заставило прославленного Шань Юнь отправиться на лечение в Тивию на курорт Самарские воды. В Самару уехал, в общем. Все концерты отменяются. Да, особого. Видимо, просто не верится. Я продал половину бабушкиных украшений, чтобы купить билеты. Это был бы первый его концерт в моей жизни. Думай, что делаешь. Да, правильно тебе сказали. Думай, я что знаю, делаешь. Это совсем не то. Ты что, дегенерат, что ли, блин? Бабушкину все продавать, чтобы, блин, на концертик сходить. Но на следующей неделе общество тивийской певчей проводит концерт его честь. Хотите сходить? Его проверять? При всем уважении, гвардейцы порой ошибаются. Уверяю вас, клуб «Спектра» — приличное место. Почему его тогда вдруг закрыли? Один гость немного перебрал и устроил погром. Теперь у нас ремонт. Но пусть это останется между нами. Много ли может натворить один человек? И при чем тут гвардия? Это про меня, наверное, да? Я ж там всех повыносил. Это из него устроил, блядь. Меня бесит вот в таких играх, да? Ты подходишь к точке какой-нибудь, активируется скрипт, они начинают болтать.
Рядом находится другая точка. Вот это и это. Подбегаешь к этим, у них активируется свой разговор. Подбегаешь к этим, у них активируется свой разговор. И они, блин, две хари начинают мне тут за всякое рассказывать, блин. Нахер вы так делаете-то? Так, у меня, в общем, заряды остались не израсходованы. Че, все, да? О. Вы что, дурачки, что ли, серебряный слиток здесь бросили? Видимо, да, дурачки. Так, а, вот он. Пистолетик есть, да? Чик. No citizens allowed. Типа там всех повыщелкивали, да? Что за болевать? О! А, это обычный заряд, который я не могу взять. Ладно, хер с ним. Блять! Я не могу взять, потому что... потому что возможности нет, ручки всякие и прочего буду использовать. Так. Вот у нас город, а мы типа не можем выйти, да? На главную площадь. Да не, можем. Чё ты? Вот она. Главная площадь. Тут... А, блядь, ну дебил. Тут вот так вот можно было зайти. Пойдем. А, это тут, блядь. Да пошел ты. Ты же задрал пугаться-то. Умоляю, я никому ничего не сделал. Я тебе еще ничего не сделал. Кому ты там умолять собрался? Дин-дин-дин. О, все-таки вышел на эту площадь. От вечеринки в масках я бы не отказался. Заманчиво. Какая еще вечеринка в масках? О, а вот мы сюда бы приехали, да? Так, давай. У нас есть... Ай, блядь! Шлепнулась. Осмотр куда-то шлепнулся. Тут это как его в игре так хорошо деньги прячут. Чё, ха-ха, блин. Айвен якобы убит. О, так, сохраняемся. Тут у нас что? Требуется ключ от красной камелии. А так ничего не требуется. Ой, я ищу охранника для камелии. Какой-то негодяй ломился туда, убил моих бедных храбрых собак. Мой друг сказал, что тебе можно доверять, и защитишь мои заведения сброда, я хорошо тебе заплачу. Вот ключ. Ключ от красной камелии. Вот, собак я в прошлый раз завалил. Они, видимо, наняли чувака, который просто тупо спит.
Как охранник. Как охранник. Ладно, че с ним. Вот мы в Камелии, да, или где мы тут? Что скажете? Яркое пламя заряет небо, облака захлебываются от дыма, дома осыпаются, искры и огонь. Она смотрит и вместе с другими зовет на помощь. В кулаке сжимает светильник. Ты это про кого, Влад Красная Камелия? Ты сейчас это про кого мутила ты? Крыска? Ты сейчас про кого это рассказывал? Ты что? О, тихо. Что за бля? Хоба. И чё? Блять, непонятно. Так, я сюда залез. Тут у нас бутылки, вормани всякие. Все сожрал. Чувак спит. Полезли дальше. У нас тут подъем на второй. Не на второй этаж. А, здесь татуировку, вот вижу, да, татуировку надо было делать. Здесь безглазые делают себе тату. Не надо. Я должен был ее сделать в прошлый раз, чтобы типа спокойно зайти, да? Ну, извиняйте, в прошлый раз я всех вынес нахер к чертям. Серебряная пыль, монета. Где серебряная пыль? А, сзади где-то. Опять Эйвен якобы убит. Дверь заблокирована. Где чё на сидушке валялось, а во? Так, здесь я был, ворота заперты, сюда чё? Это чё-то на улице. У нас нихера вроде. Блин, пульки подобрать не могу. Якоби опять убит. С якоби у меня только одна ассоциация. Блин, это очень страшная ассоциация. Читал книжки. Не Хантер Томпсон, блин. А как его, блядь, забыл? Дым сторож банка. Чё? Книжка, говорю, блин. Якобы убит. Хантер Томпсон. Хантер Томпсон — это который, блин, наркоман. А я имею в виду, хочу рассказать не Хантер Томпсон, а какой-то тоже Хантер либо Томпсон, который написал
Красный дракон. Молчание ягнят. Бля, пойду проверю, кто это написал. Блин, посмотрел. Томас Харрис. Хантер Томпсон. Томас Харрис. Вот так вот. И чего? А, про Якоби все вспомнил, что хотел сказать. У него в Красном Драконе первая семья, или одна из первых семей, убитая Красным Драконом, была семья как раз Якоби. Первая, по-моему, семья, но... Где он там детей застрелил. Прямо в постели. Да ёб твою мать, блядь, хорош. Да ещё, блядь. Жену тоже застрелил. Чё за амулет? Беспокойная цель. Где там беспокойная цель, блин? А во. Гранаты не надо. Вот это вот чушь какая-то. Где он там женщины и детям глаза вставлял в зеркала, осколки зеркал, чтобы казалось, как будто они смотрят уже мертвые. Мужика тоже застрелил, но он еще какое-то время умирал и смотрел, видел, как он, Красный Дракон, издевается над трупами его детей и жены. Вот так вот. Томас Харрис. Охереть, конечно. Фильм «Молчание ягнят» мне понравился, ничего не говорю. Чё я там? А. Вот. Но больше впечатлила, конечно, книжка. Особенно тогда, когда читал «Красный дракон». Книжка «Красный дракон» мне гораздо больше понравилась, чем книжка «Молчание ягнят». Про фильм сейчас ничего не говорю. Так, где там, блядь? Дом сторожа, блядь. Сохранимся, где? И чё здесь? Вот я залез. Так, Эллен, не встретимся у тебя с мертвеца. Вчера я видел там старые карманные часы. За них можно выручить кучу денег. Правда, не все так, что их сложно достать. Помоги мне их вытащить, а деньги разделим пополам. Тогда отнесу Марка ключ от банка. Посмотрим, назовут ли мне никчемный баллон, когда мои карманы будут звенеть деньги. Чё это такое? Ключ санитарной зоны есть у сторожа. Ты пропал несколько дней, тебя нет новостей. Знаешь что, ты уволен. Верни ключ и забери свои инструменты из шкафчики. Даже не проси, дай тебе еще один шанс. Я уже много раз тебя прощал, стал на ту сторону, когда леди Кампус увидел, как ты спишь в зале для заседания. Я молчал, когда уходил в глотный виски, когда твои друзья крысы обошли с банковской канализацией. Тебе плевать, да? Удачи тебе в поиске работы. Так. Охранника, в общем, выперли. Нет. И чё, здесь нихера нет. Руководство для владельца часовых стражей. Ваши часовые стражи — чудесное изобретение гениального такого-то. Но иногда в их работе может происходить сбой. Пожалуйста, ознакомься с инструкцией, чтобы избежать нежелательных летальных сходов. Часовые стражи защищены бронированными керамическими пластинами. Если противник удастся их уничтожить, то часовые механизмы под ними станут уязвимыми. Если страж лишится головы, немедленно бегите прочь. Он начнет атаковать всех, кто рядом, как врагов, так и союзников. Так. А, это вот те страшненькие на картине были, да? На заставке, то есть, этого левела. У стража есть небольшой панель, которая позволяет перепаять ему провода. От процедуры изменяет у стража ощущение опасности. Друзья, врагами становятся враги союзников. Если произойдет, вам будет грозить смертельная опасность.
учитывая, когда вы столкнулись с неправильно работающими стражами. Если страж напал на вас, лучше всего убежать, вызвать гвардейцев. Нихера себе, да, я понял. Я про другое. Где контракты с частью карманника? А, с частью карманника, понятно. Задание. Отправляйтесь в банк, блин, и маковую настойку используйте, блядь, вы чё? Ну, маковую настойку, блядь, я ж деньги потратил на неё. То есть надо её использовать, да? Так, давай в доме ещё раз посмотрим, что-нибудь есть. Бедно, охранник банка живёт. Он где-то что-то где-то бросил, горожанин, метка. Да? Ну, пожалуй, выясним мы это в следующий раз. Пока-пока. Мы даже банк, кстати, нашли. Не зашли в этой миссии. Ладно, все, пока.